дуже хочеться додати власні оселі, більше тепла, такого затишку неперевершеного. Як це зробити? Звичайно, змінити інтер'єр або дізнатися більше про таке модне спрямування лагом. І сьогодні ми поговоримо саме про нього з дніпропетровською архітекторкою, дизайнеркою та засновницею власної дизайн-студії «Ель-студія» Альони Неізвіцька. Сьогодні в нашій студії. Доброго ранку, Альон. Доброго ранку. І ми знаємо, до речі, що ти нещодавно стала переможницею конкурсу. Підсумки року 2018 тебе назвали кращим дизайнером року. І ми тебе з цим вітаємо. І ти виграла, до речі, подорож до Іспанії на фабрики «Порцеланська група». Як тобі ця перемога? Вона тебе стимулює далі розвиватися? Чи вже все? Ну, все, я досягла вершини. Ну, і на цьому можно завершивать? Нет, конечно, победа очень стимулирует. Хочется сделать еще лучше, еще больше, получить еще больше отдачи. Тем более фабрики «Порцеланос» очень интересны. У них каждый год меняются экспозиции. Хочется каждый год туда попасть. Вот, поэтому есть стимул. На чому поработати в наступному році? Ми знаємо, що сьогодні у вас ще одна така гарна подія, тепла. Сьогодні день народження донечки. Розкажіть, скільки їй виповнюється, як її звати, і можна навіть привітати просто зараз у прямому ефірі. Моей дочке 7 лет исполнилось сегодня, ее зовут Машенька. Хочу ее поздравить с этим маленьким праздничком ее жизни, очередным днем рождения, чтобы этот год и все последующие были счастливее, счастливее, чтобы сбывались ее мечты, чтобы люди вокруг радовали и любили. Дійсно. Ой, ми приєднуємось до привітання, Машунько. Важливе народження на тебе. Маємо надію, що ти також прийдеш до нас у якості гостя на ранковий коктейль. І ми будемо з тобою мати приємну розмову. Тож, а зараз ми з твоєю мамою поспілкуємось, з Альоною Незвіцькою. Тож, сьогодні ми говоримо про таке спрямування, популярне як лагом. Що це таке і взагалі які його особливості? Розкажи нам, будь ласка. Лагом – это тренд, который взорвал весь мир, в принципе. В 2017 году на пике популярности и до сих пор остается. Лагом произошел от Швеции, это шведская философия жизни. Она означает не больше и не меньше, ровно столько, сколько нужно для счастья. И, естественно, это направление перешло и в интерьер. При обустройстве домов можно использовать эти принципы и у себя в доме. Что такое лагом в интерьере? Это прежде всего практичный минимализм. То есть это минимум мебели. Мы сейчас бачимо деякі фотографии, и действительно, это минимум, прям практичный минимализм. Ничего лишнего, минимум декора. Если цвета, то это натуральные цвета, взятые из природы. Это приглашены белые, серые, оттенки бежевого. Нет каких-то кричащих ярких цветов. Также стильно и модно в этом направлении натуральные цвета дерева. Они хорошо оттеняют нейтральный фон. И если это мебель, то обязательно не в большом обилии, но она должна быть функциональна, она должна быть практична, долговечна. Основные принципы этого стиля. За рахунок яких предметів можна отак реконструювати свій дизайн дому свого, за рахунок якого декору, може меблів, з чим можна додати затишку у своїй оселі? Если вам нравится это направление и вам близко это направление именно по философии, так как оно очень популярно именно в своей философии, то есть это не только интерьер, это и еда, питание, одежда. Стиль життя, можно сказать. Стиль жизни, все верно. Если вам близка эта философия, посмотрите на свой дом новым взглядом, посмотрите, что в нем возможно лишнее, чтобы убрать захламленность, какие-то лишние предметы, которые давно стоят в углу и давно уже никому не нужны. Если у вас не хватает мест для хранения всего этого, добавьте встроенные шкафы, какие-то стеллажи, чтобы убрать все лишнее с глаз. Оставьте самое необходимое, то, что вас радует, то, что делает по-настоящему счастливым вашу жизнь. И добавьте светлых цветов, если сейчас не так у вас в интерьере. Добавьте больше зелени. Кстати, зелень – это основной элемент этого направления. Он добавляет природную среду, воздух, пространство, расширяет. Для тебе, як для дизайнерки, в яких спрямуваннях ти любиш створювати інтер'єри? Які тобі найближче подобаються? Ось так, клієнт замовить, така, ну нарешті, ну клас, зараз зроблю все там по максимуму. Чи це лагом?
Лагом в том числе основные его принципы, поскольку лагом это одно из направлений минимализма, а минимализм это мой любимый стиль, если клиенты приходят и мы разделяем с ними эту любовь к этому стилю, это самые удачные интерьеры, на мой взгляд. То есть лагом, лофт, немного фьюжена, вот эти вот стили, те, которых нравится создавать, и они очень близки между собой. Ну, якщо декілька слів от про лагу ми тільки що глядачам розказали, декілька слів про лофти та ф'южн. Що це, які особливості цих стилів? В принципі, дуже багато схожого. В чому? Це обов'язково натуральні матеріали. То есть нет никакого пластика, имитаций. Все должно быть приятное на ощупь, экологичное. Это нейтральная цветовая гамма. Лофту также еще присущи акценты графические, то есть это черные какие-то элементы в виде светильников, в виде декора. И эти интерьеры нельзя сказать, что, ну, телезрители, наверное, подумают, что если сделать все белым или светло-серым, все сольется, интерьер станет монотонным. Нет, здесь ставка идет на фактуры, интересные текстуры. То есть это и металл, и теплый текстиль, такой как покрывало, пледы, ковры. И свой интерьер легко декорировать, добавив, например, новый какой-то плед на диванчик или положить уютный коврик, таким образом добавив эту атмосферу скандинавского стиля. За своїми роботами, можливо, ти спостерігаєш зараз якісь тенденції? Що зараз користується найбільшою популярністю? Наибольшей популярностью пользуется мебель без вычурных каких-то деталей. Если мы говорим про мебель, то это ровные линии, прямые формы. В интерьере уже не модно многоярусные потолки. Это, опять-таки, тоже минималистичные какие-то элементы, но если говорим о освещении, это не одна люстра на все помещение, это много точечных светильников. Сейчас модно свет теплого свечения. Когда в доме создается уютная атмосфера, и которая напоминает нам о свете свечей. Вот такие вот основные сейчас направления и тенденции. Что касается металла, очень модно, особенно в этом году, это не только уже черный металл, это и латунь, и бронза, и никель. То есть, в принципе, к чему вам ближе, что вам ближе и приятнее, это модно и актуально. От ми трошки сказали про пледик на дивані, там, про килимочок біля диванчику. А чим ще, за якими способами чи методами можна додати затишку у домівки? Що створює цей затишок? Чи це все-таки люди створюють цей затишок? Так, звісно ж, люди. І це, кстати, основний принцип філософії лагом. Тобто, чтобы не, скажем так, не работать на потребление, как принято в западной философии, как принято у нас, чтобы это были вещи, минимум вещей в вашей жизни, а радость приносили все-таки не вещи и их приобретения, а семейные ценности, близкие, друзья. То есть, когда вы приходите домой, чтобы вы не думали там, разрести какие-то вещи, которые мешают пройти, а чтобы это был уютный диван, куда вы всей семьей сядете и вечером, возможно, у камина, возможно, у телевизора проведете приятный вечер. Так, як наразі можна декорувати, до речі, стіни? Ось колись було модно фотографії там різні розвішувати, а зараз чи мода така збереглася? Ми бачили у твоїх роботах більше картини ти використовуєш, такі якісь великі картини на всю стіну. Чому так, така тенденція і чому фотографії якось відійшли на ну, фотографії на самом деле, вони не отошли зовсім. Они применяются, но сейчас больше на комодах, на каких-то полках. Но их не сильно много. Это какие-то действительно важные моменты вашей жизни, которые вы хотите оставить, чтобы они приятно, ну, воспоминания каждый день смотрели на вас. Но, как и говорили, декора минимум. То есть много лишних статуэток, вазочек, все, что вам подарили в течение года, это не нужно. И это на самом деле вот как раз то, что стоит предусмотреть, если вам жалко это выбросить, места для этого хранения.
А то, что вы действительно хотите показать, это выставляется на показ на красивых открытых полках. Если это картины, то есть, которые украшают стену, это та вещь, она может быть одна на весь интерьер, но она будет главным акцентом этого интерьера. То есть в чем суть? Не стоит распыляться на много мелких, скажем так, все хорошее внести в дом. Достаточно какой-то основной интерьерный акцент, на котором будет построен вся концепция этого дизайна. То есть это может быть какой-то современный суперудобный диван, это может быть какой-то ультрасовременный ковер, который будет привлекать на себя все внимание. Ну, у нас на носі вже свята, 10 днів залишилося до Нового року, до Різдва трошки менше. А як от ви як дизайнер, ще як любите, як порадите декорувати свою домівку до Нового року і як ви це робите у себе вдома? Чи вистачає часу на це? У себя дома, к сожалению, времени не очень хватает, поэтому пока я еще не декорировала свой дом в этом году. Но елочка уже стоит и ждет своего как бы часа. А что хочу пожелать телезрителям? Помните, что когда вы декорируете свой дом перед Новым годом, первое, на что стоит обратить внимание, ну, естественно, с кем вы это будете делать, это обязательно советую сделать со своими родными и близкими, так намного будет интереснее и веселее. Ну, а второе, это, конечно же, продумать концепцию. То есть, если у вас большой дом, это будет один стиль, скажем так, и одни приемы. Если у вас небольшая квартира, совсем другие. Посмотрите, соразмерьте. То есть ничего лишнего не должно быть, и перегроможденность в декоре тоже не должна быть. Если вы приняли какую-то цветовую концепцию, например, классическую, да, там красный с зеленым или красный с золотым, то используйте ее во всем. Это должно быть и, например, украшение елки, это должно быть какие-то украшения открытых поверхностей подоконников, пола и так далее. Не забудьте про новогодний стол, который тоже нужно декорировать. Его лучше декорировать контрастно. Если это красная, например, скатерть, то какие-то серебряные или белые аксессуары, подсвечники, посуда. Или наоборот, на белой скатерти красиво будет смотреться, возможно, какие-то керамические, ремесленные такие поделки. Чувствуйте меру и гармонию, и у вас все получится обязательно. Ну и важный атрибут, конечно же, гирлянды. И гирлянды на самом деле это такой универсальный метод украсить свой дом быстро, эффектно и красиво. Это не только украшение елки. То есть с помощью гирлянд можно сделать настенное панно, можно сделать какую-то надпись интересную. Их можно просто поместить в стеклянную вазу или посуду, туда добавить игрушек и... И обязательно только обращайте внимание, что гирлянды в этом году, например, не очень уже модно разноцветные. Это желательно, чтобы какие-то интересные светодиодные светильнички с теплым светом, тогда это будет по-домашнему и приятно. Ну и, конечно же, свечи, то, что создает уют. И романтичный настрой. Да. Але будьте обережними. Обов'язково використовувати поради від Альони Неізвідської. Ми нагадаємо, що сьогодні в нас була архітекторка, дизайнерка та засновниця власної дизайн-студії «Ель-студія» Альона Неізвідська. Ми мали дуже приємну розмову. Дякую тобі, Альона, за таку цікаву розмову і за такі поради. Долучайтесь до цих порад, а ранковий коктейль продовжує далі. Так, запам'ятали, як декорувати, що три ялинки, отам 350 вінків, все знімаємо, залишаємо одну ялинку, один віночок і все помінюємо ще гірлянду, не різнокольорову, а таку з приємним, теплим таким світлом.